такая конфигурация багажника, что кажется, что он уже весь в вмятинах, согласитесь? Вот Kia Sorento стоит, она просто баснословных денег, баснословных. Я не знаю просто, я не знаю, кто покупает сейчас эти новые машины и как вообще. Что стоит она какие-то безмерные миллионы, там, я не знаю, 6 миллионов, по-моему. Она стоила еще до Вобы, а потом это, блин, сейчас я не знаю, сколько она стоит. Я думаю, 25 миллионов, что называется, продай свое тело, продай душу дьяволу, и тогда ты будешь ездить на новый Kia Sorento. Только так. Видите, сами все видите. А вот сюда я возил клеща на анализ в Светлый. 20-й год. По-моему, сюда. Да, по-моему, сюда. Здесь этот какой-то институт исследовательский всяких микробиологических штучек. Да. Такая пухленькая рука с сигаретой. Человек прожигает свою жизнь, прожигает свое здоровье. Вот мы ее опять нагнали, эту попу. Правда, реально, как будто она уже во вмятинах вся. Вот это все, видите, это все сплошной карбон какой-то. Вот это вот блестящий, вот это пластмасса совершенно дешевая. Понятно вообще. Почему нельзя сделать машину из нормального материала? Зачем это все надо? Дурак, не понимаю. Двигаемся, двигаемся.